Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берземлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Тяжелое. Ауэр. Тяжелое обвинение. Ауэр гаепляу. Тяжелое обвинение. Ауэр гаепляу. Адвокат Лилии Чанышевой назвал предъявленное ей обвинение тяжелым. Лилия Чанышеваның адвокаты берілген ғайыплауды ауыр деп атаны. Адвокат Лилии Чанышевой назвал предъявленное ей обвинение тяжелым. Лилия Чанышеваның адвокаты берілген ғайыплауды ауыр деп атаны. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берземлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски».